О, тот, кто желает управлять чудищем, ты вернулся туда, где все началось. Ты, выдержав немало испытаний, прими еще одно. Ставь камень Шика в терминал, в тот самый, где его ты взял. И путь тебе откроется последний. Ну ладно, пойдем рискнем. Здоровиться. Надеюсь, это испытание мы с тобой пройдем. Как нефиг делать? Как говорится, свистнем и все пройдем. Главное, чтобы у меня камень Шика не отобрали. Ставьте камень Шика в терминал. Легко. Камень Шика принят. Активация подъемника. Внимание, возможно легкая тряска. Оказывается, все это время святилище жизни было лифтом. И спускаемся, как я понял, внутрь чудища номер 5. Я не знаю, правда, как ее зовут. Или его. Все, прибыли. Добро пожаловать. Твой путь сюда был полон испытаний. Прими последнее. Тебя ждет лабиринт. Без карты ты его преодолеть не сможешь. Ее получишь ты на этом терминале. Вот так-то. Как говорится, последнее чудище, да? Вот оно где. Оно, оказывается, было скрыто в подземелье. И попасть сюда можно было только исключительно на лифте святилища жизни. Вот это, конечно, эпично. Так, значит, расколбашиваем всех этих маленьких засранцев. Хватаем карточку. Вот этот механизм. Карту чудища мы с тобой получили. Выглядит она очень интересно. Не так, как у всех чудищ. Посмотрим вблизи, как это все выглядит. Я так полагаю, что крутить-вертеть мы можем только шестеренку посередине. И это нам поможет как-то добраться до 4 контроллеров. Значит, первый контроллер находится прямо вот за этой стенкой. Мне нужно туда как-то пробраться. А пробраться можно туда, в принципе, легко. А, сил ревали здесь нету. Серьезно? Почему у меня все черные сердечки, все черные способности? Видимо, здесь все деактивировано. Вот так-то. Разворачиваем шестерню. Нет, не в эту сторону, вот в эту. Кажется, так. Ой-ой-ой! Это была большая ошибка. Значит, все-таки в эту сторону нам нужно крутить. Так, разворачиваем, да. В эту сторону крутим. Сходим на платформу, и нужно проникнуть через отверстие в другой зал. Проходик подходит к нам. Забегаем. Оу, сколько здесь иголочек. Здесь у нас пас для сферы, древней сферы. Нам где-то ее нужно взять. Скорее всего, сфера находится вон там. И нам нужно преодолеть вот этот небольшой лабиринтик из иголок. Сейчас мы попробуем это сделать. Момент настал, прими гастал. Все, побежали. Ой, нет, не побежали пока. Не торопимся. Стоп, 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 стоп. Что-то как-то не так все. Я въехал. Эта штука крутится от шестерни. Сейчас мы ее в другую сторону запустим. О, пошел контакт. Но не совсем так, как мне надо. Подожди, нужно опять повернуть. Вот, мы поворачиваем. Сейчас мы забежим.
Забегаем. Теперь разворачиваем в другую сторону. Пошла вода горячая. Теперь мы легонько можем пробраться сюда. Нажать на кнопочку. Блин. Чё-то я тороплюсь куда-то. Не знаю куда, но явно тороплюсь. Вот наша кнопочка, сфера там. Она сейчас должна упасть. Но упасть должна грамотно. Так, чтобы попасть в эту спираль. Иначе сфера упадет в лаву. Нам это не нужно. Значит, ждем, пока спираль прокрутится горлышком ближе к нашей сфере. Я думаю, что... Скоро. Наверное, вот. Вот сейчас. Ну. Есть! Попали. Сфера покатилась, но не так, как мне нужно. Стоп. Скорее всего, спираль крутится тоже от этой шестерни. Да. Все только от этой шестерни зависит здесь. Все механизмы подключены только к ней. Сфера покатилась. Теперь нужно в обратную сторону. Вот так. Сейчас сферка нам должна упасть прямо в руки. Давай, падай, сфера. Ну же. Вот так вот, все, поднимаем ее и быстренько тащим обратно. Хотя, что ее тащить? Можно вот сюда положить. Сейчас мы ее скинем. Опачки. А что-то не получилось. Давай, катись. Я за тобой сверху побегу. Есть контакт. Первую контрольную точку мы открыли. Камень Шика принят. Открыт один замок. Они здесь открывают замки. Осталось три контрольных модуля. Все понятно. Если мы на чудище эти контрольные точки активировали для того, чтобы завладеть чудищем непосредственно, то здесь мы открываем замки. Так-то. Предлагаю доактивировать все контрольные модули с правой части. Нужно пробраться теперь вон туда. Как нам это сделать грамотно? При помощи вот этой шестерни. Мы сейчас ее запустим в другую сторону. Мы залезем наверх. Залезли. Теперь в обраточку. Все получилось. Короче, мы наверх взбираемся при помощи шестеренок. Что у нас здесь есть? Пойдем вот тут посмотрим, нет ли там сундучка. Я его уже, кстати, вижу. Вот он. Как бы нам его грамотно оттуда достать? Мне кажется, что вот эта штука должна как-то открываться. А, вон оно что. Нам грамотно нужно застазить. Мимо. Почти. Ну-ка, открой, нет? Кажется, я могу открыть. Давай. Щит Геруда. Бежим уже на ту сторону. О, Боротюни здесь. Здорово, бро. Кстати, мне твой щит нужен очень сильно. Ты поделишься со мной? Ладно, давайте... Да блин, ты чё дерёшься-то? Я понимаю, что ты там защищаешь все дела. Выше меч сломан. Все, отжали щит у стражника. Это замечательно. Он нам очень пригодится, нужно его сразу же одеть. Что мы здесь, собственно, имеем? Еще один сундучок. Есть одна у меня идейка. В стазис загнать вот это кольцо. И с него уже лететь туда. Опа! Вот и достали сундучок. Взрывная стрела пригодится. Мы, кстати, можем вот сюда сразу забежать. Тут тоже есть контрольный модуль. Сейчас попробуем его найти. О, братюнь, здорово. Давай ты в меня просто постреляешь и все. Сундук за ним был спрятан. Ах ты хулиган, вон что охраняешь. Ласточий лук. У него совсем плохой дамаг. Не буду брать. Ну, что тут у нас наверху? Какие механизмы? В общем, я так понял, что нам нужно запустить вот этот пропеллер, чтобы он завертелся, закрутился. Ладно, вернулся к центральной шестерни. Увидел, что тут есть блоки, которые я могу двигать, по-моему, магнетисом, да. Есть такая функция. Опа, я их полностью прям выдвигаю. Фига себе. Ладно, это мы выдвинули.
мы можем вставить ее, по-моему, сюда. Да, мы ее вставили. Она зафиксировалась. Теперь нужно выдвинуть немножечко вот эту. Нужно поймать момент. Сейчас. Есть контакт. И что нам это дало? Я теперь могу, в принципе, при помощи ветра лететь. А знаешь, от чего зависит поток ветра? Конечно же, от пропеллера. Так давай же сделаем так, чтобы он крутился в другую сторону. Опа. Все, он закрутился в другую сторону. И теперь мы можем сделать так. Опа. И все. Наверху должна быть какая-то фигня. Нет никакой фигни. Нам просто нужно опять пропеллер заставить крутиться в другую сторону. Летим теперь на платформу. Садимся. И сейчас самое опасное будет. Самый опасный трюк на свете. Вот, получилось. Вот он, наш контрольный модуль. Осталось два контрольных модуля. Сейчас мы их в легкую HP активируем. Эй, камень, дай мне пройти, а? Спасибо тебе, камень. Ёшки-матрёшки, тут турели появились? С какого такого перепуга они здесь появились-то, а? Ну давай, пульни в меня. И отхватишь себе в глаз своим же снарядом. Оу! Он снес мне щит? Ты обалдел? Так не по-честному. Все, сдохла турель. Каждый раз, когда я активирую какой-то контрольный модуль, тут появляются стражи. Надо быть бдительнее. В общем, что сделать здесь нам нужно? Зайдем сейчас внутрь, поглядим. Так, так, так. Есть какая-то кнопочка. Но нажать я ее своим мечом или какой-то фигней не смогу. Стазис. Стазис не поможет. Контрольный модуль наверху. Мы видим лампу электрическую, которую нужно подсоединить к самому электричеству. Ток у нас здесь. Вот она, электрическая линия. А генератор вон там. И что я могу сделать? А, собственно, ничего. Нужна какая-то перемычка. И где ее достать? Где мне достать перемычку? Шиш ее знает. Но я знаю, что здесь есть сундук. Сундук, который я не могу достать. Ни черта я здесь не могу сделать. Но тут есть такая фишечка, смотри. Я могу взаимодействовать вот с этой вот штукой. Но для чего она? Я ее, видимо, могу снять. А, погоди, может, это и есть перемычка? Надо ее как-то снять. Только как? Как я тебя могу снять? Как же я тебя могу снять? А, вон оно что! Да меня только сейчас допедрило, что нужно сделать? Нам просто нужно вставить эту штуку в паз. Сейчас попробуем это сделать. Ножи, ножи. Есть! Вставил. Получилось. Здесь все завертелось, закрутилось, а это значит, что генератор у нас теперь вращается. Но я правда не знаю, поможет нам это как-то или нет. Сейчас проверим. Оу, тут все крутится, вертится теперь. Черт возьми. Так, что мы имеем? Нам нужно совсем чуть-чуть, чтобы запустить этот генератор. Как-то сюда что-то нужно поставить. Точнее, воткнуть. Воткнуть, а что поставить, что воткнуть? Вон, стержни есть. Так. Нет, не получилось. Не успел я. Ладно, фиг с ним, пойдем сундук возьмем. Сабля Геруда. Ну, фигня оружие. Ну, что за ерунда здесь попадает в сундуках? Скукотища какая-то. Так, стоп, 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 стоп. Блин, а он сюда не влазит, ты прикинь? Его нужно как-то развернуть, что ли? Вон оно чё! Я увидел! Там сверху еще одна есть штука. Все, что мне нужно сделать, это просто снять. Так, эту штуку. Кидаем ее. Вот это нужно убрать обратно. Чтобы она затолкалась. Вот. Ой, тихо, не пришибите меня, пожалуйста. Эту нужно вставить сюдашеньки. Кажется, так. Да, все отлично заходит, выходит. Угу. И теперь вот эту нужно просто пододвинуть. О, вот оно как!
Фига себе, вот это механизм. Ну все, в принципе, мы можем теперь пробраться вот сюда, к нашему контрольному модулю. Офигеть, вот это, конечно, загадки и механизмы. Я такого еще ни в одном чудище не встречал. Остался один контрольный модуль. Шикардос! Последний замок. Нам нужно поднять вот эту вот штуку. Она прикреплена к шестерне. Здесь у нас шестеренка крутится, но блоки скатываются. Берем стазис. Нужно просто застанить этот блок. Тогда шестерня начнет крутиться. Даже лифт поднимается. Но он сейчас упадет. Быстренько перепрыгиваем сюда. Что мы здесь имеем? Крутится балка. Снизу есть крабья рука, которая может захватить эту балку. И она тоже начнет крутиться. Ну как это сделать? Вот это вопрос. Как сделать так, чтобы крабья рука зацепилась? Есть тут что-нибудь интересное, любопытное? О, погоди. А может нам здесь при помощи моей ледяной глыбы что-то сделать? Точно! Действительно. А она не хочет? Прикинь, не хочет. Засранка какая. Вот здесь вот под этой клешней она не хочет. А рядышком, пожалуйста. Ну-ка. Опа! Все заработало. Шикарно. А можно мне в обратную сторону, пожалуйста? Ой, не успею. Или успею? Успею! Все, поднимаемся наверх. Блин, по-моему, надо было все испытания чудищ делать без способностей ревали, мифу и прочего-прочего. Так намного интереснее проходить все это дело. О, а тут еще не все, оказывается. Я уж раскатал губу, думал, сейчас контрольную точку активирую, все. Там, кстати, сундук есть, смотри. Достать магнезисом я его не могу. Нужно слить воду. Как нам слить? Какие здесь сантехнические сооружения, а? Любой сантехник бы позавидовал. Что у нас тут есть? У нас есть вентиль, который мы можем крутить. Значит, стазис. В какую сторону крутить, я шиш знает. В ту, не в ту. Так, смотрим. Воу! Меня этим молотом нафиг сбило. Вода уходит, замечательно. Значит, я в правильную сторону вентиль крутил. Так, 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 сундучок. Копье Зора, да что ты будешь делать? 9 дамага, ну это смешно же. Ух ты, смотри, а там кнопка есть. Подожди, то есть получается нам по лестнице взбираться не нужно было, да? Мы бежим сюда. Нажимаем на эту кнопку, и что-то должно произойти. О, как. Прикольно. Значит, эту сферу берем. И перекладываем ее вон туда. А теперь надо ей запульнуть. Поехали, бомбалыла! Ага, все сработало. А, ну сейчас вода поднимется, и в принципе я смогу взобраться туда, наверх. Да? Правда, не знаю, воды будет достаточно. Не, нифига не достаточно. О, я же говорил, да, что я чунгачку. Короче, нужно сделать следующее. Я тут, наверное, минут 20 возился. Не мог допедрить, что мне тут сделать-то нужно. Тут, оказывается, все просто, вообще элементарно. Короче, сделано так вот. Сейчас вода поднимется. Я вначале думал, что тут нужно вентиль как-то раскрутить так, чтобы вода поднялась до уровня этих ступенек. А потом до меня дошло, что у меня же есть вот эта штука. Ну чё ты ей не пользуешься, чунгачку? Ядовитый змей, блин. Вот и все. Вот ты залез. Я 20 минут тут парился, репу чесал. Контрольные модули активированы. Разблокируем завершающий сектор. Ого! Ну пошли, смотри, что там. Уии, полетели. Так, не в эту сторону. Нам нужно вот в эту. Чтобы это все дело открыть, нам нужно выдвинуть вот эту штуку, скорее всего, да? Да, скорее всего, да. Берем. А, не берем. Берем и вытягиваем их. Опа!
первого раза в пас попал. Тьфу ты, ну-то это мудрейшина сидит. Мумиозу открыл. Гробницу вскрыл, ты прикинь. Сейчас мне таташки сделают. Но тут красиво, красиво, конечно. Хорошо ты себя запрятал, старейшина. Ты испытание прошел. Быть может, ты и есть герой. От имени богини Хайли. Прими последнее испытание. Да сколько этих последних испытаний может быть-то? Куда это меня зашвырнуло? Здрасте. Я тут на дискотеку прибыл. У-ху-ху-ху-ху. Прямо инопланетный корабль какой-то. Я чё, с мумией должен сражаться, что ли? Приступим. Священник Маскош. Ёшки-матрёшки, подожди! Мне переодеться надо! Поскольку это древний мумиё, может быть, мне древняя кираса поможет с древними поножами и древним шлемом. Нет, подожди, не древнейший. Диадема алмаз возьмем. Хотя нет, давай вот это вот оденем. Или нет, лучше шлем варвара. Все. Варвары! Шлем варвары лучше. Круто, да, я тебя затроллил тогда со шлемом варвары? Я знаю, что это шлем варвары. Ладно, короче, хватит болтать, давай надерем зад этому деду. Мумиёза. Как насчет стазиса? Он возьмется? Возьмется. Что ты хочешь? Он, кстати, как из клана Ига. И у него древний меч. Вкусил? Высшего меча, дедуля. Вот так вот тебе по репе. Не получилось разрубить его. Как насчет лука? У-ху-ху! Надо что-нибудь пожрать. Как насчет защитный омлет с грибами? Ну че, дедуль? Давай. Я готов. Я кунг-фу, по репе тебе на... Да он вечно уворачивается, ты посмотри какой ловкий дедуля. Уху-ху. Он еще и шустрый вдобавок. Дед, ты не шути со мной. Блин. Силы до рука закончились. Меня этот дед может расшатать. Как нифиг делать. Что случилось? Мне это не нравится. Хватит руками махать. Ятишкин корень. Клон на клоне. Ничего. Это что за Наруто тут началось, а? Какие теневые клоны, ты чё? Так, сила урбоза мне нужна. Бежим, бежим, бежим. У-ху-ху-ху-ху. Блин, не успеваю. Просто не успеваю. Вот так. Выкусили? Все, молния меня спасла. Так, как насчет сменить оружие? Например. Королевский клеймор. Зашибись же. Вроде да. Ну, давайте, подходите. Вот и нет теневых клонов. Один остался. Один-одинёшенька. Лук свой спрячь. Блин, куда ты делся? Опять теневых наделал. Надо пожрать что-нибудь. Ребят, ну что-то совсем. Ху-ху-ху-ху-ху. Потанцуем с мечами. Кстати. Все. Акт третий. Опять машет руками. Ой, что-то мне это не нравится. Он превращается в огромную мумию. Дедуль, так нечестно. Откуда у тебя столько сил, дедуль? Может, уже хватит, а?
На тебе в глаз. О, вот этого мне вот только не хватало. Бежим. Бежим как можно дальше. Жопу не подгораем. Так, что мне с тобой делать-то? Мне нужно как-то отражать его атаки. Стоп. Ууу, вот это я знаю, вот это я знаю. И у меня здоровья нет. Капец. Последний поймать хотел, но не поймалось. Капец ты жесткий, дедуль. Давай, берем, 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 берем. И к дедуле. Вот так вот подносим. Есть. Упал, дед. Дед, посиди. Не двигайся. Я пока тут раскручусь. Есть! Воу! Последний выстрел остался. Как насчет древней стрелы? Где мой стрел древний-то? Чтоб... Готов! Фу, вот это дед! Тощий, но мощный. Победу храбрую ты держал. Сомнений нет, ты избранный герой. Прими же в дар шедевр технологий древних.